привет, друзья! Меня зовут Вадим. Мы находимся в самарском офисе. В этом коротком видео я расскажу про себя, про нашу команду и зачем создан этот офис. Работает с 2006 года. У нас очень большой поток клиентов. И именно поэтому было принято решение открыть еще одно представительство в Самаре. Сначала я расскажу про себя. Меня зовут Вадим Гаврилов. До этого визового центра я руководил самой большой частной бизнес-школой в России по Самарской области. Выступал как спикер на федеральных каналах. Вы подробнее можете про меня прочитать в моих социальных сетях, которые я веду уже более 7 лет. Далее я расскажу про нашу команду. Одну из ключевых ролей в нашей компании занимает Анастасия Петрашова. Это главный руководитель по работе с клиентами, а также наши менеджеры Дмитрий и Артур. Артур, помаши рукой. Вот такая вот у нас команда. И маркетолог Роман, который сейчас снимает это видео. Хочу заметить, что наша компания работает полностью официально. С каждым клиентом заключается вот такой договор на каждую из услуг. А вот так, например, выглядит кейс на убежище. Наши услуги вы можете оплатить через наш официальный сайт, а также денежным переводом или другим способом, какой будет вам удобен. Либо можно приехать в один из наших офисов. Спасибо, друзья. Обращайтесь ко мне или к нашим специалистам.